Одинцовский округ готовится к реализации проекта «Умная платежка», который уже сейчас запущен в городском округе Можайск. Это прежде всего возможность сократить число личных визитов в офисы МособлЕРЦ. Для повышения качества обслуживания плательщиков было принято решение о переводе максимального количества услуг в онлайн-формат и разработан новый личный кабинет в приложении МособлЕРЦ онлайн, который получил название «Умная платежка».